Ксения Турчинская не часто делится воспоминаниями об отце. 17-летняя модель считает, что унаследовала сильный характер именно от знаменитого родственника. Сейчас она строит модельную карьеру и продолжает обучение. В одном из интервью Ксения рассказала, что лишь недавно смогла справиться с горем, настигнувшим ее после смерти отца. Преодолеть трагедию ей помогло увлечение танцами и поддержка матери. Напомним, Владимир Турчинский скончался в 2009 году в результате инфаркта. Муж Чини стало плохо рано утром, когда он находился в своем доме в Подмосковье. Супруга известного спортсмена вызывала бригаду скорой помощи, но медики приехали слишком поздно. На момент смерти отца Ксении было 10 лет. Жена Турчинского впервые рассказала, как пережила смерть мужа. Девушка не скрывает, что семейная трагедия сильно повлияла на ее восприятие мира. Она до сих пор вспоминает советы и уроки отца, которые помогают начинающей модели строить успешную карьеру. Наследница знаменитого спортсмена поведала и о том, что внезапная семейная драма сказалась на ее матери. По словам девушки, Ирина Турчинская упорно боролась с отчаянием, а работа и карьерные достижения помогли ей справиться с трагедией. Сама девушка до сих пор вспоминает про то, как ее обидело равнодушие друзей. В интервью изданию People Talk Ксения рассказала о реакции ее тогдашних друзей на новость о смерти Владимира Турчинского. К моему огромному удивлению, в школе никто даже словом не обмолвился. Даже одноклассники мне ничего не сказали. Возможно, их предупредили учителя, но я была поражена, поведала начинающая модель. Смерть Владимира Турчинского стала шоком не только для его родственников, но и для многочисленных поклонников. Спортсмен работал даже накануне смерти, снимался в телепрограмме и имел большие планы на будущее.